Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Эй. Эй, what's up? Чё вы, нигеры, здорово, ещё раз. Ха! Так, тут зарядочка. Сейчас, короче, поставлю, чтобы было удобно всем. Всем было удобно. Что у нас там? Что у нас там? А где у нас там? Что у нас там? Пацаны, чё вы, блядь, как дети, ёбаный в рот, нахуй. Мы же все прекрасно понимаем, блядь, что у нас там. Так, где мой колпак? Мой колпак, сука, он уже проебался, короче. Мой колпак. Придется делать новый колпак. Я есть еще ребенок. А я думал, я не ребенок, я уже взрослый. Разве нет? Налейте мне водку. Эй! Я не ребенок. Я же ребенок. Я уже ребенок. Я уже взрослый. Налейте мне водку. Так. Не слушаю трила. Не слушаю трила? Слушай трил. Я не ребенок, я же взрослый. Налейте мне водки. Эй! Эй! Я не ребенок, я уже взрослый. Ролишь? Так. Что из последнего понравилось в музыке? Из последнего понравилось в музыке. Так, надо подумать. Ну, несколько треков с альбома Трэвиса Скотта. Последний трек Тентасиона с каким-то ноунеймом. Я вообще не знаю, как его зовут, короче. О, из последнего, да? Ну вот Trippie Redd альбом я еще не послушал, может там тоже пару треков зайдет. Ну не знаю, сейчас особо-то ничего не выходило такого прям уж. Ну вот из того, что послушал, сейчас я говорю, вот Трэвис Скотт, мне понравились несколько треков. Ну, трека 3-4. Новый клип Фары зачекал, что скажешь? Новый клип Фары, пацаны. Ну зачекал, да, допустим, но... Блять, это что-то странное. Я улыбался, когда это видел. Я ничего не понял вообще, короче, что это было. Что это было? Картинка заебись, короче. Картинка нормальная, неплохая. Как он выглядит, как он в целом это все подает норм, но трек. Ну, короче, ладно, дело не в этом. Кто-то, кому-то понравится это дерьмо, ясен хуй, да? Я никого не хочу там обсуждать, осуждать там и чё. Каждый делает то, что он делает, там ваше дело уже воспринимать просто, ну, есть совсем параша. Так вот, клип, вот новый клип Ворона, это не совсем параша. То есть, как бы, ну, найдутся слушатели этого, как бы, и ценители. Общаешься с Олегом или уже нет после той хуйни с Хаунтед? Нет, мэн, братан, я не... Мэн, братан, это новое такое погоняло.
Я не собираюсь с ним больше общаться после этой хуйни, потому что это было некрасиво. Все это было некрасиво. Поэтому нет, мэн, больше я не собираюсь с ним общаться, больше ничего общего у нас не будет. И при этом я ему желаю успехов, желаю ему процветания и творческого подъема, блядь. Вот. А что случилось-то? Да, блядь, что случилось-то? Ну, кто в курсе, тот в курсе, короче, что случилось. Я не из тех, кто выносит ссор из избы, блядь, там, или что-то еще делает. Случилось и случилось. Дело-то не в этом. Дело же в музыке, правильно? Дело же в музле, короче, да? Если вы там что-то и проебали, так это музыку именно конкретную, которую мы могли бы сделать еще. Вот. Которая уже, к сожалению, не будет такой коллаборации, как там я и Олег. Да? Ну, могла бы быть, понимаете, о чем я, то есть, это все интриги, около, это все хуйня, не стоит того. Просто, ты ушел, он говорит, тебя выгнал, мэн, так, я слышал, что ты ушел, он говорит, тебя выгнал, мэн, но изначально я вышел из состава Haunted, сделал пост у себя в группе. То, что я выхожу из состава Haunted, потому что меня не устраивали многие вещи, короче, которые происходили, да. Прошла неделя, две там, по-моему, прошла неделя, и тут я узнаю, оказывается, то, что меня выгнали, как ректор университета, короче, причем это все было в трансляции прилюдно. Я подумал, ну нихуя себе, мэн, ты такой, короче, блядь, жесткий. И все, и забил хуй как бы на этом. Вот и все, то есть. Думайте сами об этом, понимаете? То есть все люди думают там определенные вещи, короче, да. Ну, суть не в этом. Я бы мог это все рассказать давно уже, сказать все, как оно есть. Но суть не в этом, суть в музле. Давайте посмотрим, какое будет музло. Я не из тех людей, кто будет это все выносить из избы, как ссоры из избы, там, мы что, блядь, группа Центр, мы что там, блядь, Гуф, там, и Слим, ёпта, и Птаха, да, мы что, блядь, я не люблю эту движуху, короче, всю эту, около рэперскую, короче, понимаете, о чем мне, скандальную. Вот, просто человек поступил некрасиво в какой-то момент, я не понимаю, зачем он это сделал. Вот и все. После этого никаких больше контактов, никаких коннектов. Не хочу даже слышать об этом. То есть, все, давайте сосредоточимся на музле, на музыке и все. Привет из Долгопрудного. Привет, Долгопрудный. Я слышал, что ты... Так, это уже было. Сорян. Я уже читал это. Прочитывал это уже. Так, как настроение? Настроение нормальное, неплохое. Брат, когда музло от тебя выйдет? Братан, в этом месяце я стараюсь сделать что-нибудь новое, интересное, но все затягивается, ну, с релизом. Поэтому я думаю, то, что я дропну трек в ближайшее, ну, и чтобы не напиздеть, не хочу ничего пиздеть, короче, никаких анонсов делать, но в этом месяце я точно дропну трек и постараюсь закончить EP, вот так скажем. Трек я дропну только потому, что слишком долго делаю EP. Я не хочу, как бы, совсем, чтобы ничего там не было от меня. Я выложу, как бы, окей, я выложу один трек, и он же и будет в EP. Как сингл, короче, будет. Будешь призрака перекрывать на кисти? Нет, нахуя мне он нужен? Нахуя мне перекрывать вообще его, бля, мэн? Ну так охуенно выглядит. Зачем? Зачем? Вы так все к этому относитесь, блядь, серьезно? То, что пиздец, там призрак на моей руке, типа, он мне руку, что ли, жжет? Нет, все нормально. Он на моей руке, он смотрится заебись, он смотрится пизже, чем, блядь, на шее у кого-то. Шарите, о чем мне? Олег, который... Да, блядь, ну что вы... Олег, который был в 16-м, улыбался, был на позитиве, сейчас понты какие-то идут. Музыка совсем другая была. Привет с Ленинского проспекта. Ленинский проспект. И тебе респект. Поиграйся с рифмами, приз, скороговорки, заебись, заходит, мэн. Окей, поиграться с рифмами тебя. Хорошо, поиграю сейчас, смотри.
Три, два, один, дни, один за одним. Мой сплив тяжелее плит пирамид. И курю этот мир. Но только если брось крутить, то планеты сойдут с орбит. А, когда ты полюбила мою демо, а теперь на ее теле мое тега. На что ты тратишь мое время? Лучше делай его медленнее, делай это, делай его медленнее. Где мы бы не были на глубине? Я уже не помню, короче, дальше. Ну вот это вот новый трек, я собираюсь его доделать и дропнуть. Неважно, короче, это был такой маленький этот анонс. Поху, поху, поху. Виталя, Виталик, салют, брат, ты как вообще? Там это шоумен. Лучше делай его медленнее, делай это, делай его медленнее. Где бы мы не были на глубине, когда роняю пепел, он летит вверх. Где бы мы не были на глубине, когда роняю пепел, он летит вверх. Ну, ты просил поиграть рифмами, вот я тебе поиграл рифмами. Так, сорян, сорян. Узнают на улице, бывает, бывает. Такое бывает, кстати. Приятно очень бывает. Знаете, что было недавно, короче, не то, что узнают на улице, я недавно стрельнул сигу у чувака на улице, просто какого-то малого. Потом, блядь, зашел в метро, начал вести прямой эфир, и он написал, что ты у меня сегодня стрелял сигу. Я охуел, думаю, нихуя себе, чел, блядь, я только у тебя стрельнул сигу, ты, оказывается, мои эфиры еще смотришь. Прикольно, блядь, было. Ну, это вот из таких ситуаций. На самом деле, бывает, да, иногда узнают какие-то челы на улице. Приятно, бывает иногда. У тебя в историях часто появляется кустик на каком-то чердаке. Растишь где-то чуть-чуть. Какой, блядь, смысл? Нет, смотри, я сейчас тебе покажу. Кустик, это просто вот этот, короче, кустик. Ой, блядь. Вот. Вот кустик он, который мы растим с моей малышкой, короче. Это... Не больше, чем, смотрите, вот он уже на самом деле начал давать, короче, приколы. Это кустик по приколу, это просто как бы угар. Это не то, что мы там гровим, блядь, то, что мы там начинаем карьеру, блядь, этих. Короче, просто игрушка. Игрушка нормально, посадил в этот в горшок, он растет. Заебись, на самом деле вырос охуенно, я рад за него. Все четко. Вот, блядь. Так что не надо доебаться до моего кустика, он хороший. Он охуенный. Мой кустик охуенный. Вот, обожаю этот кустик. Так что вот так вот, парни. Так, 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 спички, спички, спички. Где же мои спички? Где же мои спички? Да какие удобрения, пацаны, да просто, блядь, солнечный цвет, и окно, подоконник, блядь, и горшок, и все, никаких удобрений нет. Все, ну, угораем. Ладно, не надо никаких советов давать, пожалуйста. Ваших гроверских советов, блядь, тут я сам все прекрасно понимаю, просто угораем с этим кустом. Мы не хотим сделать продукт, нахуй, какой-то, блядь. Мы не фермеры, короче, вы поняли, о чем я, блядь. It's no farmer. Питание ему в любом случае нужно. Вот питание он нормально получает на окне, короче. Вот он стоит, блядь, и пусть стоит, короче. Заебись, короче. Виталик, как будешь, в цены беру. Хорошо, братух, давай, набирай. Не знаю, что завтра, правда, будет. Я чувствую, бля, у меня такое самочувствие будет завтра. Такое себе. Ну, набираю в любом случае, короче. Посмотрим. Уже что кого. Че? Покажи хату свою. Да ты уже видишь мою хату, братух. Че мою хату? Вот моя хата тебе. Смотри. То, что ты должен видеть, я тебе уже показываю. Тебе больше, в принципе, и не нужно видеть. Вот. Виталик, ты как вообще, братух? Тебе поспать надо, хули ты не спишь вообще? У тебя пиздатые сны сегодня после наркоза должны, кстати, быть.
У меня после наркоза моего первого, короче, реально, меня там колбасило так, что я не мог спать. Я постоянно просыпался, потому что меня кошмарило, блядь. Отход от наркоза — это жестко. Кто в теме, тот в теме. Ну, неважно. Я бы мне, блин, на глубине... Когда полюбила мою даму, теперь на ее теле моя тега, на что ты тратишь мое время, лучше делай его медленнее. Делай его медленнее. Дым у меня, блин, на глубине. Когда роняю пепел, он летит вверх. А что плохого, брат, спичками напаливать? Объясни мне. Что плохого спичками-то напаливать? Объясни, пожалуйста. Мне непонятно. Первый. А за ним будет и второй. А между первым и вторым перерывчик небольшой. Ну, типа, спичками неудобно. Братан, у меня нет зажигалки, вот. Все мои зажигалки, блядь, вот на этом вот закончились. Поэтому нет выбора. Спички, многие, кстати, спичками любят напаливать, подкуривать спичками. Ничего плохого в этом нет. Сам обжегся только что. Спичками ты обжегся, мэн, ну, блядь, ну, будь аккуратен, что ли. Нахуя спичками-то обжигаться, блядь? Блядь, да, нить от троу лучше. Понятно, блядь, у меня просто вводные, ёпты, все, пацаны, хорош, короче, блядь. Я все понимаю, блядь, все нормально. Не люблю запах спичек. Ну, не знаю, у меня нет выбора, заебал. Я курю со спичек, у меня нету зажигалки, я курю со спичек. Напаливаю, блядь, и похуй. Я когда курю, я не чувствую запах спичек, вкус спичек. С водника, блядь, я ничего не чувствую, кроме водника, блядь. Не загоняйся, чел. Клипер есть в рашке. Клипер есть в рашке? Есть, наверное, в рашке. Что за сорт? Да хуй его знает. Нормально, кстати, став. Нормальный став, полдня носил в носке сегодня, просто полдня, блядь. Я уже даже забыл, что он у меня есть. Тебе нужна обложка к треку? Да пока нет. Пока нет, но будет нужна, если. Когда-нибудь же будет нужна. Ну вообще, мне есть кому делать обложки, есть кому делать дизайны там и прочее. Пока нет нужды, короче, в общем, такое. Бля, что-то меня с одного уже, короче, нахуярило нормально. Ну, надо все равно второй хуйнуть. В любом случае, короче. Второй будет. Вот такая вот хуйня. Не могу остановиться. Я когда курю водное, минимум два. И какая бы ни была травка. Меня с одного вот уже, пацаны, нафагало. Отвечаю, я один уже курнул, меня уже нафагало. Сам что любишь, гибриды там или что? Братан, я сейчас нахожусь в такой ситуации, что мне не до стилей, не до сортов, не до подрядов, там, гибрид, не гибрид, короче. Я понимаю эту всю тему, о чем ты говоришь, но... Сейчас не в моей ситуации, как бы, выбирать, грубо говоря, понимаешь. Я курю то, что есть, короче, у меня. То, что я могу, ну, достать, и то, что я могу накрошить себе, блядь, там, скурить, короче. Там особо не выбираю, как бы. А, ты, кстати, с Саньком общаешься? С каким именно? Знаешь, сколько Саньков, мэн, в мире вообще? Очень много. С каким, уточни, пожалуйста.
Просто чтоб накрыло. Да не то чтобы просто чтоб накрыло, мэн. Я понимаю, что такое там вся эта хуйня, типа с сортами, там у всех там сортов там свой эффект, как бы, да, но я тебе объясняю, вот в Питере, как бы, у меня такая движуха, что тут никто не знает, что за сорт. Ты просто, блядь, как бы мутишь стиль и мутишь стиль. Стиль хороший или плохой, блядь, хуёвый, блядь, или пиздатый, короче. И все, никаких больше нету. Сухай, наверное. Нет, я с ним не общаюсь вообще. Работаешь где? Нет, я не работаю, братан, вообще. Не работаю вообще. И не работал никогда, кстати. Ну, просто так говорю, что никогда не работал. О, воу, щит! И я убит, передай мне мат. И я убит, передай мне мат. И я убит, передай мне мат. Эй! И я убит, передай мне майк. Я охуел, что кто-то этот трек знает вообще. Я охуел, что этот трек кто-то знает. Респект тебе, братан. Респект тебе вообще, кто знает трек. А, воу-воу-воу, дай мне майк. Теперь это благо-благо Бабилон, как дела? Я передал брату батл, хапай-хапай. Что там дальше-то, я уже забыл, блядь. Это трек 2011 года, я вообще даже не помню уже нихуя половину, блядь, этого куплета, блядь, пиздец. Нихуя ты вспомнил. Профессия есть, если есть какая? Ты уже понял, какая, наверное, у меня профессия, блядь. Я, наверное, блядь, этот, распиздяй, короче. Просто. На самом деле у меня есть профессия, я пиарщик, типа, должен был бы быть, если бы я закончил свой универ, я бы был пиарщиком. Но так как я его не закончил, я остаюсь тем, кто я есть, короче. Трек, да, пушка. Спасибо, братан. Я вообще удивлен, что кто-то этот трек, блядь, даже помнит, даже слышал его, потому что ему, блядь, вот сейчас не спиздеть, сейчас 2018 год, ему, сука, 7 лет, мэн. 7 лет. Я в ахуе, что 7 лет назад я там какой-то трек там сделал вот такой, наподобие, да, такого трека. Нихуя себе. Я крутой, блядь, вообще. Ну вот, как раз 2000, да, брат, слышишь, Dirty Quartal. 2011 года как раз вся жаришка-то пошла. Вся жаришка-то и пошла как раз 2011 года, бро. Как раз в 2011 году... Видите, как у меня язык развязался, я как раз водника хапанул одного, бля, у меня уже язык развязался. Я сейчас второго ебану и, короче, вообще тут вот стихи начну хуярить, короче. Ему 7 лет, но звучит свежо в 2016-м. Блять, это круто, чувак. Я считаю, что это круто, когда так. Пиздец. Только, короче, ты вкуриваешь то, что его никто вообще не услышит никогда. Ну, вот ты его услышишь, да, услышал. Я не думаю, что он там станет популярнее, что кто-то такая-то вкурит, короче, во всю эту движуху. Круто, что есть люди, которые это ценят. Я рад, кстати, за это. Так что тебе респект за это. Кстати, ты заливал свой трек на iTunes. Капает чет или вообще дно движ. Брач, 150 баксов заработал с этого с трека «Быстрая жизнь». 150 баксов всего. Это за месяцев, ну, когда он вышел. В декабре, по-моему. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. Это, блядь, 8 месяцев. И я заработал с него 150 баксов. Да, 150 баксов. Камон, мужик, когда новое дерьмо? Брачу, новое дерьмо. Вот скоро, думаю, скоро выложить один трек, чтобы слишком долго... не застаиваться, вот. Я не хотел ничего выкладывать, но, походу, придется выложить хотя бы что-то, чтобы, ну, адекватно хотя бы это все ожидалось. Ебаш второй, братан, да, ща, брачу, въебу. Расширил сознание лизером или другими психоделиками? Ни лизером и ни другими психоделиками я не расширил свое сознание так, как я расширил его сальвией. Вот, те, кто, короче, знает за это, те меня поймут. Я даже не буду об этом рассказывать ничего больше. Так. Липкий выт и длинный сплит, красные белки МС. Так. На что живешь? 150 баксов на что живешь? Знаешь, братан, ну, на что-то же живу, видишь.
Одежда есть у меня, я ей вроде как бы, ну, кушаю что-то. Неважно, зачем это тебе? Липкий выт еще true track. Братан, липкий выт вообще... Он должен был звучать пизже, но в то время у меня не было пиздатого звукаря, короче, такого, как вот, какой у меня появился потом, как, с которым у меня все мои лучшие треки были. Вот, поэтому я считаю, что эти треки мимо ушли немножко. Из-за сведения конкретно. «Быстрая жизнь» вообще топ, на репит месяц был. Как он тебя не заебал за месяц, братан? Ты, наверное, там ёбнулся с этого трека. И что, пацаны, сорян. EP или микстейп будет что-нибудь? Жду, пиздец, родной, хоть какую-нибудь инфу. Ха-ха, братан. Будет EP, но чуть попозже, говорю. Наверное, в конце августа. Я не хочу датами сыпать. Похуй, короче, но до этого трек стопудово я выложу. В этом месяце стопудово. Сальвию можно гровить? И чё по времени Сальвию гровить? Ну вообще, Шалфей же это. Это же Шалфей, по-любому его гровит кто-то. Гровил, по крайней мере. Ну, в Рашке. Когда эта хуйня модная началась, вот тогда еще. Когда только Спайсы пошли, это там как раз вот те года, блядь, когда трек вышел «Передай мне майк», ёпта. Вот, и да, это по-любому его гроют. Да, блядь, все что угодно можно гроить. Грибы, блядь, там. Не только же траву можно гроить, всю хуйню можно гроить вообще, блядь. Можно мак нахуй гроить. Че, не хотите мак погроить? Мои пальцы липкие, элитные. Какой элитный, братан, что ты говоришь? Возможно, блядь, что ты несешь? Мои пальцы липкие, элитные, липнет сплив, он сможет меня вниз. Он сможет меня вниз? Ты серьезно, чувак? Как ты слушаешь вообще? Блять, ты ёбнулся? Ебать мой хуй. Фиты с кем будет? Мура, Сапа, Мура? Муравей? Муравей, ты думаешь, у меня будет фит с муравьем? Шалвей предсказателей. Шалвей. Чё началось-то, блядь? Пиздец. Вот на самом деле, вот чел, вот кто, я даже не могу твой ник прочитать. Мои пальцы липкие, элитные, липнет сплив. Ты ебанулся? Уже могу тебе сказать. Он сможет меня вниз, как ливнем... Он сможет меня вниз? Ты думаешь, реально я так сделал, чувак? Ты реально подумал, что я мог сделать? Он сможет меня вниз, блядь, как ливнем пыль с листвы. То есть он сможет меня вниз, как ливнем пыль. Пиздец, блядь. Это полный хай. Это пиздец, мэн. А, это ты... А, ты все спихиваешь на Т9, чувак? Ты все спихнул на Т9, я по... Он сможет меня вниз, ёпта, ты написал нахуй, блядь. Сможет, хотел написать, может. Ау, хотел написать, может. Ладно, забей хуй, короче. Ладно, забей хуй, мэнни. Смоет, хотел написать, может, логику включи, ты. Ну да, может, он и хотел написать, смоет, но, сука, получилось, что сможет меня вниз, нигер. Ты шаришь, что у меня? Ёбаный Т9, блядь. Ну, особенно вот Т9, блядь. Просто согласись, жестко. Дятел насмешил, ёбаный в рот, блядь. Ладно, забей, короче. Шалфей? Шалфей? Все, ладно, пацаны, давайте только вот без Т9 теперь пойдемся, а то я, видите, я, наверное, не в курсе, короче, я не вкуриваю, когда в Т9 что-то происходит. Серьезно, это, наверное, близко к сердцу воспринимаю. Был в Одессе? Нет, брат, не был в Одессе, вообще не был, ну, нигде не был вообще, почти что. Он сможет меня вниз, нахуй. Это просто. Прикинь, я бы так делал, конечно. А чё, с Мурой не так? Да с Мурой все нормально.
смотрю, все нормально. В чем прикол? Эй. Эй, 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 эй. Он смоет меня он смоет меня вниз, как ливнем пыль с листвы. Инкогнито, никто исчезнет раньше, чем мой дым. И не оставил ему лик лишь только блик из темноты. Не оставил ему лик лишь только блик из темноты. Ай. Сонный, злобный, словно зомби, бледный, как луна. Ловим волны в полной темноте, не видно нас. Малышкой крутит плотный волн, идем так медленно. Что будет со мной потом, но точно не финал. Быстро жи, быстро жи. Каждый день, как три буты, подсел на мискали. Каждый день, как три буты, подсел на героин. Каждый день, как три буты, подсел на метамфетамин. Эй. Каждый день, как три буты, подсел на мескалин. Не трави душу, мини-концерт. Сгорает нормальный парень. Мини-концерт. Бля, жалко нету битов. Я бы врубил бы какие-нибудь инструменталы бы, нахуй. И пофристайл бы даже сейчас, похуй. Просто их нет. У меня нет даже никакого другого устройства, с которого можно что-то включить, короче. Жалко, блядь. Дайте шуму, блядь! Снипет, братик, сингла, плиз. Да был уже же только что снипет. Нет? Я же до этого делал. Да, блядь, это все равно без битов. Чуваки, мимо. Без битов. Не туда. Вся же соль, когда в бита, ну, когда с битом, когда вместе со всем дерьмом, короче. Тогда да. Подпеваю старое дерьмо на балконе степами. Круто. Это круто, чел. Ля-л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 я. Короче, кому что, водники никто не отменял никогда. Короче, какой бы ни был трил, какой бы ни был трэп, какая бы ни была хрень, водник никто не отменял. Главное, воды, блядь, не хлебнуть просто и все. Это табак, говорит. Чел, мы хапаем табак с водным, блядь, тут все. А потом глаза, блядь, закрываются от него. Бля, ну пиздец, ну акапелла же некрасиво, да? Я не знаю, акапелла ебашить как-то не очень прикольно, по-моему. Это глупо, по-моему. Бля, битток, сука. Как же, можно было бы с трансляции ставить бит сразу? Вообще проблем бы не было. А так? Пацаны сказали, эй... Ладно, пока посмотрите на эту хуйню. Пиздюк, блядь. Маленький пидор. Смотрите, нижние листки у него вот так уже пошли по-хуёвому. Вот так, оп, 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 оп. Такой ублюдок. Эй. Вон, короче, этот, наклейка Hound. Если кто не видел. Эй, до сих пор у меня, кстати, на окне. Чек. Нормальный вопрос. Ты спросил, чувак, а это законно напаливать? В 5-литровую бутыль с пол-литровую. Да заебали критиковать этот куст, нахуй. Он просто, блядь, есть и есть, нахуй. Чё, блядь. Вообще, на самом деле, ты прав, это незаконно делать так, как ты говоришь, что 5-литровый
и 0,5. Это незаконно. Тут еще, видишь, спичка плавает даже, блядь. И надо выловить. Короче, да, на самом деле это незаконно, брат. Это незаконно, но я, видишь, я стараюсь, чтобы мусора об этом не узнали. Плохо. На самом деле нормально напаливается с 0,5. У меня просто на выбор, вот как бы, ну, дома не было бутылок, вот еще такая была маленькая. Видишь, как бы, лучше уж как бы с 0,5, чем с такой. Было в падлу куда-то выходить. You know? Ну вот, такая, короче, хуйня. Забра... Спичку. Блядь, чувак, блядь. Ты меня вообще просмешил, пиздец. Я постараюсь не шалить, братья. Я постараюсь не шалить. Я постараюсь реально не шалить, короче. О, shit. Может выйти еще на один день. Не спать, короче. Джон, блядь, пошел. Вот это Джон, блядь. Бля, пацаны, обещайте мне, что вы не видели, блядь, как я спичку вылавливал. Джон Траволта, в аду не надо поджигать. Ай, ну делай так, будто уже попал в ад. Делай эту грязь. В хламе будто пьяный велопант. Не помню, когда был не полный ад. Но патроны мне не вариант. Дым из окна. Сегодня видно дым из окна. Возьму с собой Джон даже в ад. Возьму с собой Джон даже в ад. В аду не надо поджигать. Ай. Это жизнь летит. Эта жизнь летит, но не стоит глупить, это люди без лиц. Мои парни не оставят улик, не оставят улик. Эта жизнь летит, эта жизнь летит. Не стоит глупить, это люди без лиц. Мои парни не оставят улик, не оставят улик. Ха. Главное, чтоб, блядь, спичку не видели. Главное, для пацаны, блядь, забудьте о спичке в банг, в банге. На самом деле, это хрень, видите, как нахапывают, бля, мне уже глаз не видно почти. А так, как бы, можно было, блядь, на самом деле, пол джойника такого скурить, и нихуя бы не было. А тут два бонга, и так, бах, бах, трах-пах-пах. Эта жизнь летит, но не стоит глупить. Как вам этот трек вообще, правда, нормальный? Конечно, на альбоме у Кизару интересное такое дерьмо. Мои парты так придавали, короче, что-то этому какое-то такое, какой-то смысл определенный. На самом деле такой вдумчивый трэп, короче. Он реально, ну, звучит как трэп, но он при этом такой заставляет задуматься, на самом деле. Не, ну, о чем-нибудь. Как бы интересный стиль, интересное направление. Ну вот, да. Ну, не знаю, потому что сводного. Блять, ну меньше расход, во-первых, бро. Во-вторых, ну, по сравнению с тем, сколько ты скурил травы и как тебя накурило, сводного лучше накуривает. С джоника ты много расходуешь травы, поэтому тебя и набахивает нормально. А на воднике там крополи такие нормальные, там ничего особо не расходуется, тебя набахивает на уровне. Ну просто это на разном. Ну понятное дело, с джоника лучше курить. Я вообще как бы курил бы только джоники, если бы
Блять, у меня была бы такая возможность. У меня просто нет такой возможности. Я курю по старинке, блять. Мне... Я курю водники. Я люблю водники. Мне набахивает нормально. И все. Я предпочитал бы джоники, но... Походу не сегодня. По мере возможности. Так что вот, ну я не знаю, я попробовал ответить на твой вопрос, братан. Я ничего говорю против джоники, блядь, базару ноль. Просто вот с этого, например, да, я ничего не скручу себе там особо, да. Чё я скручу с этого, пацаны? Чё я с этого скручу себе? Я нихуя с этого не скручу. Поэтому я сделал лучше себе 6 колпачков нормальных мокрого, блядь, там 5. Ну, это... 0.3 джоник норм, чел. Не смеши меня, пожалуйста. Это хуйня полная, а не джоник. 0.3, блядь. Ну, сорян, правда. Не какие-то вообще... Ну, минимум. Я даже не знаю, ну, блядь, ну, а чё об этом говорить? Ну, 0.3, ну, это совсем, блядь, тонкий, блядь. Это слим, наверное? Слим, блядь? Лучше вообще не крутить тогда, вот по мне, как. Чтобы слимы не делать себе вот эти. Ну, чтобы дома покурить одному, ну да, я же говорю, я не горжусь этой хуйней вообще, как бы, блядь. Но одному бред курить, чувак, ну кому как, ну, блядь. Каждому же по-своему, правильно? Почему ты вот так по себе только судишь? Одному бред, блядь, курить. Одному, наоборот, заебись курить, как бы, вот я считаю. Хм. Я считаю, одному заебись курить, нахуй. Пизже даже, чем с кем-то. Потому что, ну, кто чем занимается. Я могу там, например... подумать о себе, о своей жизни, когда я один курну. Я могу поделать музыку, я могу послушать музыку, особо ее впитать, когда я именно один. То есть мне пизже одному, когда я накуренный, как бы. Нет, я про то, что много одному. Нет, я про то, что много одному бред курить. Это понятно. Много одному бред курить. Ну, в общем, как-то да. Да одному, бля, чел, я тебе говорю, есть о чем подумать. Есть о чем подумать, когда ты один. Когда ты с кем-то, ты прикалываешься. Да ты всегда можешь поприкалываться. А вот реально подумать о чем-то или сосредоточиться на чем-то. Если ты чем-то занимаешься, там, самое то, я считаю. Без пустой болтовни, согласен, братан, потому что она в натуре пустая. Особенно, когда ты накуренный, ты это понимаешь отчетливо, то, что вся эта болтовня, это не тебе и не тому человеку, с кем ты говоришь. Она не в никуда идет, как бы, не тебе и никому. В никуда, просто пустая болтовня. А то, о чем ты говоришь сам с собой, вот это реальный real talk, нахуй. В бэде одному прикольно. Братан, не надо ловить бэды, я считаю, вообще. Бэды, ты сам себя приводишь к бэдам. То есть, ты сам подумал уже про бэд, и вот он случился. Ни одного бэда не бывает, пока ты о нем не задумаешься. Вот, задумайся об этом. Так что, мы все решаем сами за себя, будет бэд там или нет. Почему с хаун тут ушел, опять вопросы. Ебать ты овощ. Ебать я овощ, братан, реально. Вообще не отрицаю. В инете все есть. Ну так это понятно. Ну так это и так понятно. Я простые, в принципе, вещи же говорил. Вообще. Максимально простейшие. Вот. Я овощ. Вообще ничего против этого не имею. То, что я овощ, пацаны.
Только смотри, братан. Овощи. Видел, короче, ужастик, где помидоры, блядь, убийцы? Смотри, овощи могут иногда убить, нахуй. Да ладно, 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 чел, я же не 69. Со своим Кизару. Что-то там опять про Кизару, да, вы там спрашиваете, слушаю, вот хотел задать вопрос, что там с Кизару, да. А то я отшельник, какой-то отшельник. Рэк-отшельник ты? Ты рэк-отшельник? Блядь. Да не. Да не. Блядь, так жалко, что нет музла. Мне так бы было похуй вообще на это. То, что вы пишете, реально, я бы просто бы... А видели, короче, трансляцию Бунка, да? Этого чела, который живет, короче, жесткой жизнью. Который сначала, короче, ебет нигершу, снимает это в инстуху, его блочат, а потом его подстреливают через неделю, да? Знаете этого чела? Бля, вот это, короче, стиль. Вот это пиздец. Вот это стиль влогинг, нахуй. Я считаю. Сигарета после плана добивает Растамана. Знаешь такую, да, хуйню? Добивает наркомана. Нихуя, добивает Растамана, блядь. Наркомана добивает, знаете что, этот, короче, тропикамид, ёпты. Вот это добивает наркомана. А сигарета после плана добивает Растамана, да. О, братчик, у тебя, короче, ник, как у Soldier Kid'а. Soldier Kid, ёбаный, блядь, который... Все подумали, что он завалил Тентасиона. Такой пиар ему сделали охуенно. У него на самом деле нормальный рыбак. Наркоман, да, ты вот все-таки по-своему, да, блядь? А ты сука. Ну вот, ну что тебе можно сказать? Ну ты все равно, блядь. Дезоморфин. Почему нет ни одного рэпера, у которого ник, блядь, Дезоморфин, я не понимаю. Мне кажется, это было бы охуенный стиль, если бы был такой рэпак. Просто он мертв. Просто от его рэпа бы у людей просто отмирали бы конечности. Например. Я буду им. Давай, братчу, у тебя все в твоих руках. Сделай это. Будь первым дезоморфином вообще в рашке. Ебать, Soldier Kid, опять ты. Lil Death. Lil Death или Lil Morph. Lil Morph, ёпта, вот что нужно. Lil Morphin, нахуй. Lil Morph, Lil Death. И какое-нибудь сделать творческое объединение. Там будет Lil Morph, Lil Death. Дизоморфин. Причем дизоморфин будет писаться как Риза, Джиза, короче. Д-З-Эй, морфин, ёпта. Короче, вот, пацаны, если что вам, короче, это, задумка заебись, давайте замутим такое движение. Lil Death, блядь. Сука. Acid Boy 666. Удачи тебе тоже, братан. Давайте замутим, да, эту хуйню. Случайно, что случайно? Как назовем-то объединение это? Даже не знаю. Lil Death, блядь.
из Солджи Кида стал Дезой. Деза Кид, ёпты. Аптечный склад. А как по-английски будет аптечный склад? Пробей, пожалуйста, аптечный. Как по-английски аптечный? Убивание плоти. Хайнтед фумили. Чел. Хайнтед фумили — это сильное дерьмо вообще. Я, блядь, даже не могу засмеяться нормально из-за этого. Крокодил продакшн. Да не, мэн, ты чё, угораешь? Какой нахуй крокодил продакшн? Мне кажется, будет Хуйнтед фумили — нормальное название такое. Как будет аптечный склад-то по-английски? Аптечный. Как будет аптечный вообще по-английски, блядь? Склад. Ну, склад понятно. Шатаут, мэнни. Шараут. Как будет аптечный склад по-английски, пацаны? Чё, никто не может пробить в интернете, блядь, как будет аптечный склад? Аптечный склад, вот мне нравится, аптечный склад. Pharmacy squad. Нет, хуйня полная, вообще не звучит. Pharmacy, может, Pharmacy squad. Не, Pharmacy Squad дерьмово звучит вообще, не... Pharmacy... PH Squad? PH Squad, может? Ну, типа Pharmacy, оно же пишется как, оно же, ну... PHARMASY, ёпты. PH Squad, Короче, это полный гон. Что там? Дезоморфин, ёбаный в рот, появился дезоморфин. PH Squad, Или знаешь как? Или Тропикамид Squad. Тропикамид. Мне кажется, Тропикамид нужно. Знаете, вот есть Скриптонит и должен быть Pharmacy Boys. Pharmacy Boys. PH Squad, братан, забей. Какой Pharmacy Boys? Это как-то хуёво звучит. Надо, чтобы как-то проще было сейчас. Ну, как видишь свою жизнь через 5 лет? Аптечные парни. Аптечные парни. Ну да, чисто так, знаешь, по-простому. Нахуй запарил. Просто аптечные парни. Как видишь свою жизнь через 5 лет? Да как можно видеть свою жизнь вообще через, блядь, 2 дня даже, я хуй знает, мэн. Ты чё, угораешь, что ли? Я думаю, что у меня по-любому уже другая кофта будет, как минимум. Кепка другая будет. И уже будет PH Squad существовать, как бы. Через 5 лет стопудово уже будет. Рассвет PH Squad будет как раз через 5 лет, мне кажется. Pharmacy Boys. Сука, блядь, чё за бред, нахуй? Pharmacy. Аптечные ковбои, блядь. Смотрите, блядь. Взял сегодня погонять кепку чисто. Тут я не знал даже, что такая движуха здесь. Короче, просто я к тому, что, ну, название нужно подбирать тщательно, как бы, как минимум. То есть... Нужно... Еще водника, да, походу, хапануть, короче. Что-то вообще как-то уже отпускать начинает. Link Gang. Давайте, короче, лучшее название. Давайте транслировать. Ты с Юзов? Нет, братчик, я с Центров. Pharmacist. Boy, Pharmacists. Pharmacists. Сука, как это выговорить? Pharmacists, нахуй. Охуенно, чувак, ты придумал. Вот это, блядь, вообще, нахуй, движуха, отвечаю, блядь. Зацените. Бля, ну ты выдал, мэн. Pharmacist, это охуенно, это как арсонист, нахуй. Это как...
Даже не знаю, что бы пиздануть, но, короче, это серьезная хуйня. Фармасист, я тебя респектую за это, короче, чел. Пришла пора, короче, выебать еще парочку, я думаю, водников. Фармасист, yeah! Чуваки, давайте, да, все, двигаемся, да? Бля, респект тому чуваку, кто написал, что это законно вообще. Законно 0,5 в пятилитровке. Бля, чувак, вот тебе просто респект. Таблетка Squat. Какая-то хуйня, чел. Убер, хватаю пак и еду. Хватаю пак. Ты вообще с ЕКБ? Блядь, что? СПБ, он, пацаны, отвечайте вот сами, ну, ответьте им вообще вот этим, да, чувакам, ну, поняли. Короче. Pharmacist. У меня такой синдром, что мне все время кажется, что мало насыпал. Вот все время хочется добавить, блядь. Вот реально, все время кажется, что мало, блядь. Вот сколько я бы не сыпанул, мне все время кажется, что мало. И поэтому мне приходится все время досыпать еще раз. Сука. На самом деле, нихуя там не мало. Shut out, yo. Тебе надо подогнать колпак, чтобы с фольгой не мудить. Ну, да, было бы пизже. Да. Железный, да? Металлический колпак, нахуй. Да, потому что фольга такая шляпка. Не очень радует меня. Конечно, растабачиваю, бро. Растабачим. В клубе потабачим. И несемся дальше. Крутятся диски, кружатся киски. Планы дышащий дракон. Затаившийся тигр и планодышащий дракон. О, D-E-Z-Z-A, морфин. Дай. Шаришь, нигер, о чем я? D-E-Z-Z-A, морфин. Да, это будет разрушительный персонаж. Просто A.K. Деза, Деза. Огнедышащий морфин, ёпта. Вотсап. Тут осталось, появилось уведомление, что осталось минута 47 до конца эфира. Можно отнестись к этому как к минеру, который обезвреживает 100 грамм тротила. Чисто твое имя у меня Кеза. Я всегда на суете Деза, Морфи, Деза. Ты знаешь это, подарите благому колпак, чтобы желательно был металл. Салам, да, могу ответить, почему ушел из хаунта. Салам, что будешь делать с татуировкой хаунта, оставлю там, где она есть. Она будет там еще лет через 7. Ничего не будет, нигер, это Деза Squad, это Деза Морфин.
Мне похуй. Я скину всех джанков в небытие. Как будто ворвался ОМОН, это дезоморфин. Я... Мне нужен этот алкоголь. Убраться в дерьмо, а потом... Осталось 27 секунд, кстати, парни. Бля, я не могу ничего с этим сделать. Я не хочу вообще как бы заканчивать трансляцию. Но осталось 19 секунд. Деза скинет всех джанков. Эй, осталось 10. Это нахуй Деза. Осталось 11 человек здесь, йо. Мэн, зайди потом в директ. Заново начни, йо.